Либо у тебя есть слуги, либо ты сам слуга. Мистер Хортон посвятил жизнь борьбе за нас, рабочих. Эта эпидемия уничтожает нашу страну. Ты нанял нового повара? Угу. Я Флойд Монк. Ты должен был приехать вчера. Я проснулся в аду, а оказался в раю. Добро пожаловать в наш дом. Мы не верим в лишение жизни кого бы то ни было. А босс хочет есть листья. Это его право. Я просто не понимаю, почему нельзя есть мясо. Что случилось с твоим пальцем? Оторвало прямо под корень. Можно потрогать? Нет. Что-то тут не так, мужик. Чума пришла на яичный остров. Знаешь, в саду осталось продуктов на пару дней. Нашим детям нужно есть. Всем нам нужно. Тебе не придется марать руки. В этом доме не будет убийств. Многие называют тебя главным разоблачителем поколения. Не каждый день встретишь человека с первой полосы газеты. Я добуду больше еды, обещаю. Ты оставляешь убийство и разделку мне. Я сам прокормлю свою семью. Ты никогда в жизни не держал оружие. Я сделал лишь то, что было необходимо. Ты нас всех под монастырь подведешь. Ты чокнутый ублюдок, Флойд Монк. Мы рискуем жизнями ради этой семьи. Мы заслуживаем большего. Он развращает весь мой персонал. Его повар пытается устроить переворот. Ты собираешься меня уволить? Похоже, это тебя уволили. Ты такой: Флойд Монк мертв. Я не знаю, кто этот человек в моем доме. Лучше бы цивилизация вернулась поскорее. Ты можешь не вписаться в этот новый мир.